С 28 вересня по 5 кастрычника Дзяржаўтаінспекцыя правядзе рэспубліканскую профілактычную акцыю «Стань прыкметней». Мерапрыемства прызвана ў чарговы раз прыцягнуць увагу пешаходаў, велосипедыстаў і вожчыкаў на неабходнасць выкарыстання святлоадбівальных элементаў падчас руху ў цёмны час сутак. У дні правядзення акцыі нарады супрацоўнікаў ДАІ будуць патруляваць у месцах інтэнсіўнага руху пешаходаў. Запланаваны таксама і рэйдавыя адпрацоўкі аварыйна-небяспечных участков дорог и нерегулированных пешеходных переходов у годины пик и у темный час суток. Звычайно, в осенне-зимовый период традиционно повеличивается колькость ДТЗ с уделом пешеходов, велосипедистов и вожчиков конного транспорта. Больше за половину таких здарений здесьняется у темный час суток. За 8 месяцев текущего года на территории Гомельской области за отсутствие световозвращающих элементов при движении в темное время суток к административной ответственности привлечено более 9 000 участников дорожного движения. За неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если лицо, нарушившее данное требование, находится в состоянии алкогольного опьянения, то эта сумма удваивается от 3 до 5 базовых величин. Самый простый и зручный способ позначить себе у темры – носить светлоотбивальные камизельки, повязки и подвески, сделанные со специального материала, который не рассеивает светло фар, а с высокой интенсивностью отлюстровывает его у бок крыницы.